Лето завершилось, но дети Славянского района прощались с ним без грусти. Песни, танцы и смех, которые звучали на всех площадках праздника «До свидания, лето», говорят о том, что они хорошо отдохнули и с радостью встречают новый учебный год. Большие прощальные мероприятия по зональному принципу были организованы в городе Славянске и станицах Петровской, Анастасиевской и Черноярковской. Утром 30 августа перед сельским домом культуры станицы Анастасиевской собрались ребята из всех хуторов поселения и соседних населенных пунктов. Это место они знают хорошо, ведь встречать лето 2017 года их приглашали тоже сюда. Когда первый день лета был, мы сразу побежали сюда, даже вперед всех прибежали и начали получать мороженое. Я взяла 3 мороженых. Лето, которое началось с мороженого, не могло пройти скучно. Более 400 юных жителей Анастасиевского сельского поселения посещали детские дворовые площадки, ездили на экскурсии в оздоровительные лагеря. На территории поселения у нас работало 5 площадок, причем 2 площадки работали на территории хутора Ханьково-Прикубанский. Хочу сказать, что в этом году мы произвели более серьезные изменения по работе площадок, потому что лето было жаркое, такое особенное лето. Хочу сказать, что деткам, я думаю, что оно понравилось. Мы в этом году построили такую шикарную детскую площадку для самых маленьких. Ну а подводя итоги лета, хочется надеяться на то, что наши детки набрали сил и с удовольствием пойдут осваивать новые учебные знания. Прощаться с летом в Славянском районе принято большим праздником. Участие в его организации принимали воспитанники творческих коллективов домов культуры и центров развития творчества. Я на спектакль приглашаю, там будет множество затей. Я этих кукол обожаю, как будто собственных детей. Под веселые загадки и игры сонные дети быстро развеселились. На сказочную поляну, в которую превратилась площадь перед Домом культуры, выходили волшебные персонажи. Дети танцевали и рисовали лето. А для создания хорошего настроения гостям праздника подарили небольшой сладкий сувенир. Чем запомнится лето 2017 года, спросили мы у ребят. С моей вон учительницей по легкой атлетике мы ездили в лес, в Небиджайм. Там было так классно, мы купались в речке. Был во многих школьных экскурсиях, ездил в этом году в Горячий ключ. Огород поливала и так далее. Помогала дома убираться, с братом младшим сидеть. Я ездил на соревнования, видел, как все долгают. Получил медаль, первое место. Мне лето запомнилось, как я ехал на море и как я гулял по своему хутору. Катался на велике и занимался фортепиано. Я каталась на лошадях, занималась конным спортом, играла с друзьями, была на море. Я занимался сборкой компьютеров, деталей, я собирал телефоны, гулял с друзьями, отдыхал на Кубани у нас, и в школе отдыхал, и вечерние прогулки. Лето запомнится морем, солнцем, загаром, этот день запомнится весельем, все запомнил, там танцевали, делали зарядку, рисовали. У всех этих ребят лето было разным, но запоминающимся. Наполнить это время интересными занятиями родителям помогали специалисты различных отраслей социальной сферы. Комплекс этих работ и позволил ребятам хорошо отдохнуть и подойти к новому учебному году полными сил и с хорошим настроением. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События».